Даємо сильніше! Договариваться до своих. И сидеть на золотом унитазе. Ну не должно так быть. Мы должны жить в нормальной стране. Чтоб человека не убивали. Убивают Юру. Он лежит больной. Умирает. Убивают Юлю Тимошенко. А мы все молчим. Мы все глотаем эти пилюли. Сколько можно глотать? Сколько можно издеваться над народом? Над нашими лидерами. Мы поэтому пришли. Мы боремся. Да, мы будем приходить столько, сколько будет нужно. Мы идем по собственной инициативе. Спасибо. Пока ее не освободят. Спасибо. Думаю, запытаются, как Юля. Також ми закликаємо люди, не дайте їм цього зробити з вами. Ви їх зголовайте, йдіть на їх на найбільшу жертву. І хочу їм запевнити, що ця справа розвалиться і фарс закінчиться скоро. Тому що опозиція сьогодні зробила перший крок і перемогу. Слава Україні! Ви з попередньою учасників процесу питання України 23 листопада. Yeah!
делает. А вы их слушаете. И людей продает, которые к нему доверились юридическими вопросами. Всех продал. Никого не защищил, кроме власти имущих. Боже, Наталья, я знаю, что крышу знаю. Я обязан. А вот у депутата обязанности есть. Бумажки, сколько денег кому платить? А я наприклад, дорогопредатель. Кряки список забрали, кому платить бабки? Сидеть в тюрьме, что? Показывай о том, что она должна сидеть. Список забрали, кому бабки платить? Дети голодные останутся. Продажник. Да. Отлично, серьезно. Кому ты продался? Народ тебе. Тебе женщина возле больницы сказала, что народ ты продал. Народ Украины ты продал. Народ Украины ты продал. Ви оголошуємо ці два найголовніших слова! Юрій!